Итак, всем привет! И на днях Elefon запустила краудфандинговую кампанию, нацеленную на сбор средств для создания нового 8-ядерного смартфона Elefon Z1. Аппарат должен получить 5,5-дюймовый Full HD экран с ультратонкими рамками, процессор MediaTek Helio P20, 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, сканер отпечатка пальцев, разъем USB Type-C и аккумулятор на 3100 мАч и предустановленную ось Android 6.0 Marshmallow, также встроенный ЦАП HD аудио, и наконец в сети появились первые фото и видео этого аппарата. На нем наглядно демонстрируется безрамочный дисплей и фирменная глянцевая задняя панель Lumia Backcover. В настоящее время можно внести свой вклад в размере 190 баксов, чтобы одним из первых получить устройство после старта производства. В рознице стоимость телефона Z1 составит 230 баксов.